В ходе проверки квартиры по улице Победы Лазаревского района Сочи было установлено, что 65-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан без предоставления им жилья для проживания. Аналогичное правонарушение было выявлено в поселке Дагомыс. На миграционный учет без предоставления жилья для проживания было поставлено 11 иностранных граждан. 61-летняя жительница Сочи привлечена к административной ответственности. В рамках мероприятия были также проверены объекты незавершенного строительства в Адлерском и Хостинском районе. На территории стройки выявлено 4 граждан Киргизии и Узбекистана, которые осуществляли свою трудовую деятельность без оформления патента. Те, кто нарушил действующее законодательство, будут привлечены к ответственности.